Этническими кинокартинами запомнился чебоксарцам третий фестивальный день. Нашей съемочной группе удалось оценить две киноработы башкирского режиссера Айнура Аскарова и чувашского Марата Никитина. Что нужно для счастья простому парню? Стабильная работа, надежный тыл и верные друзья. Все это было у Урала, пока его не подставила собственная невеста. Вместе с рухнувшим миром открываются глаза на тех, кто всегда был рядом. Несмотря на тяжелую завязку, фильм получился легким и даже комичным. Любой сможет увидеть себя в героях киноленты. Кино удалось, считает уфимский режиссер. Теперь оценка за членами жюри. Вот здесь в конкурсе у нас романтическая комедия «Из Уфы с любовью». Отличие ее в том, что это не совсем формат кинофестиваля, возможно, это веселая зрительская работа. Не значит, что она глупая, она, в ней много чего заложено, интересного для размышления. А это кино не для всех. Так считает сам режиссер. Фильм Марата Никитина «Фуга» заслужил самые высокие оценки чебоксарских кинокритиков. Широкой аудитории он был показан впервые. Фильм понравился. Москвич. Хотелось бы отметить Марата, то, что я его знаю, познакомился с ним недавно. Ну, действительно, молодец и показал, на что он способен. Просто когда вот смотришь фильм, как бы оцениваешь, хочется его еще раз посмотреть или нет. Вот этот фильм я посмотрела еще раз, интересно. Впереди еще три фестивальных дня. За это время чебоксарцы и члены жюри смогут оценить еще 4 конкурсных фильма, а также документальное и детское кино. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.